кнопочку. Вот на эту? Да, нажимай. Я ушла. Еще жми, подожди. Вот он. Да. А теперь ручку берешь. В прогулочном сквере онкодиспансера сегодня шумно и весело. В гости к маленьким пациентам приехали байкеры. Дмитрий учит ребят управлению мотоциклом. Мальчишки, девчонки и их мамы выстраиваются в очередь. У них вызывает такой интерес, особенно прокатиться. Поэтому как бы делаем какой-то определенный участок, выбираем дорогу. И по внутренней территории, то есть понемножку, потихоньку катаем. Посидеть на байке, повернуть ключ зажигания и поддать газу. Глеб не сдерживает восторга. Будни в больнице скучные, время тянется медленно. Но сегодня у ребятни праздник. Очень было круто, мне очень понравилось. Я пускай проезжает в следующем году. На соседней площадке не так шумно, но тоже весело. Здесь и воздушные шары, и мыльные пузыри, и сладкие угощения. Ребятню развлекают пираты Карибского моря, робот-трансформер и железный человек. Они приготовили подарки для мальчишек и маленьких принцесс. Держи, солнышко. С приходом нежданных гостей ребята забыли о недугах и тяжелом лечении. От переживаний отвлеклись и мамы маленьких пациентов. Ольга лежит в стационаре с сыном. Такие праздники, конечно, это очень хорошо, что для нас волонтеры проводят эти праздники, и весело для ребятишек. Без них бы мы, наверное, бы совсем скучали, было бы скучно, настроения у ребятишек никаких. Ну, тут самое главное – терпение, лечение. И все остальное. Ну и будет все хорошо, я надеюсь. Пикник для маленьких пациентов онкодиспансера провели волонтеры. Чтобы солнечный день запомнился ребятам, оборудовали фотозону. Вооружившись камерой, Елена собирает улыбки маленьких пациентов в объектив. Фото подарят родителям на память. Волонтерством мамичка занимается 14 лет. Раньше помогала в детских домах, сейчас в онкодиспансере. Елена помнит даты дней рождения всех пациентов больницы. Организовывает для ребят мастер-классы и сюрпризы. Основной костяк волонтеров нас трое. Все мы так или иначе связаны как-то с этой болезнью. Не просто так мы сюда пришли. И еще, ну, можно сказать, что сотни амичей, которые присоединяются к нам, реагируют на наши просьбы о помощи. Помогаем мы не только позитивной поддержкой, еще и какими-то бытовыми нуждами. Даже на празднике ребята остаются под пристальным наблюдением врачей. Чтобы не смущать своих пациентов, доктора наблюдают за ними в сторонке. Здесь же под рукой и тревожный медицинский чемодан. Любовь Федорова, Максим Баринов, Антенна 7.